Яркий электрический чайник со стеклянной колбой малинового цвета. На распаковке чайник Hyundai, модели HYK-G4808. Поставляется он в фирменной картонной коробке в комплекте с подставкой и документацией. Чайник выгодно выделяется на фоне черных, белых и серебристых конкурентов. Он имеет стеклянный корпус малинового цвета. Объем чайника стандартный – 1,7 литра. Сбоку на корпусе есть удобная мерная шкала с обозначениями в литрах и в чашках. Ручка, подставка и крышка изготовлены из черного ненагревающегося пластика. Зауженный стеклянный носик является частью корпуса. Чтобы накипь случайно не попала в чайную кружку, в крышу встроен фильтр-сеточка. Кнопка открытия крышки находится на ней же. В верхней части ручки расположена кнопка включения чайника. Мощность прибора высокая – 2200 Вт. Индикатором работы служит внутренняя подсветка. Чайник автоматически отключается при закипании и отсутствии воды в колбе. Как и все современные модели, устройство вращается на подставке на 360 градусов. Сетевой шнур длиной 70 см убирается внутрь подставки. Подведем итог. Это стильный электрический чайник со стеклянной колбой и подсветкой. Он станет ярким акцентом на вашей кухне. Thank you.